запишу потом видео, мне руинят каждую игру, просто невозможно выиграть. Даже та игра, которая была перед Устриком, лютым, там Баратрум фидил курьерами. А где Паха? Паха. Бруда, короче, хуесоса на инвокере сразу меньше. Короче, блядь, даже... То есть, перед Устриком его игра, там Баратрум... То есть, я ее выиграл, там Баратрум фидил специально курами и собой. Просто не выиграет, блядь, хуесос. Просто, блядь, конченые твари дотеры. Только что за меня тащила там парка, просто пиздец как тащила. У нее был стрик предсказаний 13, я говорю, челик. Да конечно, не яйцо ставь, конечно, блять. Мы выиграем, конечно. Так вот, там парка играла заебись, короче, тащила, реально, блядь, хорошо играла. Это просто пиздец как хорошо играла, но там, блядь, такие твари были кончены. Алло, я играю всегда максимально хорошо и лучше всех всегда в команде, запомни это. Я никогда не ебланю. Я играю всегда на максимум. Запомни это, блядь. Никогда больше не повторяй. Я ебланить буду, блядь. Ты с топ 50 фениксом разговариваешь, если ты не в курсе. Сварк еще ни разу со мной не выиграл, блядь. Ни разу. В прошлой игре был сварк. То есть это был премьюченный сварк. Оранжевый слот самый слабый, как всегда. Нахуй ты, блядь, нахуй ты блочишь оранжевого крипа, нахуй ты блочишь оранжевого крипа, нахуй ты блочишь оранжевого крипа, алло, чудовище. Ладно, все, я понял, иди нахуй, хуесос ебаный. Мьют лови, хуесосина, блядь. Просто сэндшлюк на меня, блядь, на фангарьере. Почему ты не знаешь? Почему ты не знаешь? У тебя оранжевая атака с топориком. Почему ты не знаешь? Данай крипа, пожалуйста, данай крипа. Не стой пассивно, пожалуйста, данай крипа. Денай крипа, чудовище! Хули ты по мне кликаешь, ебанат, блядь, ты крипа не денаешь. За каждого не сдонаевого крипа я у тебя буду добивать крипа твоего, понял? Говна ебаная, блядь. Да ударь ты его, блядь, мразота. Хуесос ёбаный, блядь. Ненавижу, блядь. Зачем Габен это делает? Зачем он придумал ёбаный скрытый пул? Зачем, блядь, зачем он нервы мои тратит? Что это такое? То есть он, типа, в тюрячку сажает людей и думает, что, блядь, атмосфера в игре от этого улучшится или что? Или он заставляет только пульсиков покупать таким образом? Короче, я не хочу стоять с этим войдом, он просто скончен. Он на ФК стоит просто. Нихуя не делает.
Буду с него пивом стоять. Чтобы Бруда не съела нахуй. Просто АФК оставить. Конченая мразь. Чудовище. Остался фарт, ну серьезно? Блять, какая же ты мразь, ебаная. Говно. Сука! Тупая тварь, он умирал уже, ты бы уже тролля убил. Какая же ты мразь, блять. Вы сами видели, он мог сделать на тролля только что, ему бы еще тролля убили, но он решил застилить. Просто хуесосина, блять. Худшая мразь. Просто сын дерьма, блять. Просто хуесосина, блять, ебаная. Просто ебал его мать, шлюху, блять, сковородкой. Сын говна ебаного. Худшая мразь, блять. Худший хуесос, блять. Хуёбище, блять, ебаная. Да-да, не подожди меня, не подожди меня, дай прокаст. Клево, кайф катаешь. Хуесос, блядь, ёбаные инвокеры. Худшие всегда за меня. Ёбаный хуесос, блядь. Сука, выбрал застилить багну, которая уже умерла, вместо того, чтобы убить тролля потом еще со мной. Один брат, блядь. Алло, хуесосы, блядь. Нас не пошли твари ебаные. Я не знаю, куда мне идти, блядь. Жадная мразь, блядь. Ни мне не дал крипа и сам не забрал вот этого тварь ебаная. Могли бы сейчас забрать двух крипов, потому что никак не успевал жадная ты мразота, блядь. Двоих забрать. Христос ебаный, блядь. Мне может кажется. Блять, ну блять, ну такой руин, блять, тотальный. Ну везде, ну всегда, ну абсолютно везде. Ну блять, ну как и как играть, как выигрывать? Ну что это блядь, такое? Может, каждую игру руин. Хуесосы. Худшие твари. Худшие твари, блядь, всегда за меня. Типа такой уйти, типа. Какой-то, блядь, спрятался, что я не съел, нахуй зажал. Даже шестого до сих пор нет. Enough.
Блять, ты даже не попадаешь своим прострелом. Какая ты мразота, блять. Ты попадаешь, чтобы застилить, вместо того, чтобы убить. Ёбаная хуесосина, ты, блядь, на Тангарьере. Спартай попадет куда-то, не знаю. Нахуй ты ему прострел делаешь, нахуй ты ему прострел делаешь, нахуй ты ему прострел делаешь. Ёбаная, ты живёшь, ты живёшь, блядь. Он сейчас один на лане, почему ты хочешь его убить? Он один на лане, почему ты не хочешь его убить? Он один на лане, почему ты не хочешь его убить? Просто ясно, понятно. Алло, дубина, эти башню снесли. Нахуй ты лес стоишь? Просто на всех линиях хуесосы. Просто нечего делать, блядь. Сам все видите. Your top tower is under attack. Ульт он вставал, не попал по троллю, блядь, все равно портнул пустой. Amazing what you'll find laying around. Я буду, блядь, собирать урн, потому что мы тут никого не убьем. Смысла в этом нет вообще. Double damage. Просто инвокер на мид пошел, блядь, и фармит лес это. Пошел на мид в скобочках в лес. Можешь, сын, блядь, напасть на него, ао, блядь. Сын шлюхи, ебаный. Короче, надо, блядь, не терять время, а тупо стоять и дрочить лес с такими пылесосами. На практике самое лучшее. Что можно делать в такой ситуации? Тупо стоять и лес дрочить с пылесосами худшими. Bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Блять, с худшими хуесосами каждую игру ебаную играть. Я не знаю, мне ничего комментировать. Как всегда, скрыт и хуй, ничего не сделать.
Найс, катаешь хуйсос, ёбаный 0-3, тварь ебаная, сын шлюхи. Найс, вот тебе. Охуенно, блин. Ты же прожал телепорт, не мы, блядь. Не мы за тебя кнопку прожимали, любящий ебаная. Лесной дурачок, блядь. Не мы прожали. Бля, соберись так, чтобы ты пауков убивал чисто с киллом от нём. Что ты несёшь, блядь, да? Минуты через две. Хуесосина, я кинул в него сразу же, как только он пришел, я сразу же кинул птичку, ебаный ты дегенерат, блядь. Еще до того, как ты, блядь, нажал телепорт в стан, ебаный ты хуесос. На репое можешь посмотреть, или на ютубе будет видно это. Что я еще до того, как он тебя заставил... А монетки собери сейчас. Ёбаный ты хуесос. Еще до того, как ты догадался сделать встан, ёбаный. Телепорт, я уже не кинул птичку. Ёбаный ты слепой хуесос, блядь. Сыгдельная дама. Найс. Ты видишь, блядь, в пике Миппа? Ты Миппа видишь в пике Миппа? Есть ли Миппа, блядь, в пике? Есть? В пике Миппа нету, блядь. Например, спрашивается, Виверн берешь, Кульсосина, ебаная. Ты играешь там 0-4 или сколько ты там уже? 0-5, Дагестан. Привет. Кульсосина, ебаная, блядь. Каждая игра, блядь. Каждая, сука. Даже та игра, которая... с которой стрик еще не начался, в той игре уже Парадрюм ходил специально хидил и курировал, отправлял хидил. Ну там типа со мной 4 типа сильных попались. Ну не то, что сильных прям, ну просто у меня тоже пылесосы играли. Что ты делаешь, ёбаный ты генерал, блядь? Что ты, блядь, делаешь, ёбаный ты хуесос, блядь, сука, падаль, мразь, тварь. Легенда ебаная, блядь, 30 ёбаных, герл, хуесосных. Эти хрипов мне. Хрипов, блядь, сука, хрип, блядь, специально. Сейчас билд вообще мертвый через магический дамаж, но мне придется через него идти, потому что хуесос не задефлит мое лицо. Хотя, ладно, пойду через него не может. Что там будет? Единственная надежда. Мне, на самом деле, надо было пойти через Кайл, через Дискорд, через магический дамаж в талантах и через птички в талантах, чтобы типа дефать Бруну, но... И потом там вырубает тролль. Я не могу прыгать, я не могу ставить лицо, потому что до выйдет на войде. Пока.
Просто засейвил, хуесос ебаный. Просто засейвил, ебаный дегенерат, блять. Просто сын шлюхи. Помни, Виверна, тварь ебаная, что твоя мать завтра сдохнет. Позвони ей. Попрощайся, сын ебаный Палада. Хуесос ебаный, блять. Вы сами все видели, что... Как играть? Как играть, спрашивает хуесос Мида, который ушел в лес, блядь. Ну че нельзя просто, блять, Golden Brace меня нажать, но почему ты такой хуесос, а безмозглый? Битый, сука, дегрот, блять. Верно пикнуть, чтобы на это увидеть. Не самый легкий герой, блять. Берет в хроносферу под метеор, под мою ульту, блять. Нажимает ульту и сейвит всех. Уебище ебаное, блять. Зачем он вообще пикает? Там нету мифа, блять. Алло, блять. Вы че, ебаные, блять, твари? Видите, он типа считает, что я виноват, блядь. Ёбаный хуесос, блядь. Вообще похуй, сколько раз там тебя убили, блядь. Нам и нужно дрочить лес, блять. Мы не можем драться против ихнего пика, блять, сейчас. И возможно, блять. Тролля не убьешь за куб. ПКБ есть. Я 500 урона нанесу, если крипов рядом не будет, но все равно, наверное, не хватит. Да хуй его знает. И наши крипов рядом. Ты можешь застрайки мне для того? Молодец. Нормально, косарь поднял. Что он делает, блядь?
Что ты делаешь, уебище? Бля, я бы сам добил. Он же стилит, блядь, специально. Он меня до этого застилил. Правильно. Он мог убить тролля, но он застилил Абриена. Бля. Ебаный, блядь. Time is money. Он даггер, блядь, покупает, чтобы сейвить их команду быстрее. Тварь ебаная. Просто бы ебло отверткой сломал. Тоже куян, блядь, который не может своей рукой попадать ни в кого. Тут, кстати, когда я поставил яйцо, его на него сразу же вот в ту же секунду поставил хрона. Два удара по яйцу. Ноль семь, хуй сос, блять. Блять, 4К попался в команде, кайф. Эти ночные игры, блять, когда с 4К играешь, с 3К, блять, хуй сосами даже бывает. В центре сюда поставить. Как хуй сосами играл. Сейчас, конечно, не может пострел делать. Когда он бьет на яйца. Блять, он серьезно? Чем мне еще оставалось дымить? Только яйца врубать. Чуть-чуть продлила мне жизнь. Купол-то нахуя? Что-то мне не заскочил. На, уже огоним, нормально. Это тролль был? Наконец-то догадался, да, я вижу, что там ебаный тролль просто в середине файта у нас на базе лично. Минус БКБшка.
нужно как-то убить, она заебала пушить себе. Войт сдох. О, блин. Они стоят, пушат, надо нападать, блядь, первыми на них. Капугна мертвая, надо напасть. Хорошо засейвало, верно, кстати, молодец, молодец. Вот это реально очень. И глядишь, если еще раз 30, так. Хоть это раска на Фениксе купил, лучше гипрешерс. Давай ты не будешь мне советы давать, я топ 50 Феникс. Пожалуйста, не давай мне никогда никаких советов, когда я играю на своем. Сука, бля. Он сказал. Голос дебила, блядь. У нас мегакрипы, зачем собирать, блядь, тараску? Потому что у нас мегакрипы, ёбаный дегенерат, блядь. Хоть чуть-чуть наперед мысли. Когда я соберу, уже ты 20 минут, блядь. Что-нибудь спушим? Мать под гарьера. Чё, даун? Без БКБшек. Билы. Хуёвая ветраса. Маны нету, go back, 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 back. Да все, молодой украинец. Только если он могил. Но в принципе... Бля, ну я могу БКБ рефрешер собрать. Есть, на самом деле. Урон. Остальных он, конечно, не пробивает. И тролли, которые в БКБ поставили. Какой-то долбоёб глиф прожал, просто так, не знаю. Зварк бы сломать как-то.
по куполу. Еще не дал купол-то. Валь. Нужно помочь? Спасибо, блин. Кто помогает? А, в ответ, блядь, пушат. Они просто нас пушат, блядь. Долбоёбы, но просто, блядь, пушат. Лоу, идите со мной кто-то. Все вместе, блядь, идти туда. Купол больше не промазывай. Блядь, ты заебал, он промазал купола меньше, чем ты мида слил, блядь, за эту игру. Только Войт, из-за которого ты, блядь, до сих пор играешь. Из-за счет его купола, блядь. Один раз, блядь, за всю игру. Единственный у меня был проект купола. Купол туда, давай. Да, меня просто спушили. Сейчас я обосрался. Ну там был небольшой дамаж. Ой, да снесло просто. Надо было, конечно, быстрее отреагировать, как бы. Это не так, если бы я вот купол взял, что все было хорошо. Не знаю, не знаю. Не, наверное, все-таки обосрался. Но все равно было проиграли. Хотя хуй знает, возможно, если бы мы еще там выиграли, файт нам сделали, то мы будем. Ну, во всяком случае, я точно не делал ничего хорошего. Иди, кто ты гем? То, что я не застрелил Войда, там точно не поможет ебаный Blade Mail, сука. А, тут один ХГГ. Войд пишет челик с мида, это просто пиздец.
Не слушай его, Войт, ты старался. Не слушай долбоебаные вокеры, которые ушел в лес, блядь, пожалуйста. О, он сыграл, по-моему, есть, но... Бай в этой, как ты думаешь, что пора делать снида какие-то. Бай там два варда этих ебаных будет стоять. Купа, я не знаю, уеби что ли им. Иди туда купол просто. Просто два присоска, которые так не запущены.